Назначение центра предполагает, что каждый гость будет проникнут высокой духовностью, торжественностью и величием исторических документов и передаваемых сведений, сможет погрузиться в таинство религии. Для достижения такого эффекта мы предлагаем использовать зональное освещение и возможность автоматизации для управления полусветом-полумраком, возможность многомерного звучания для создания атмосферы мистики или торжественности, специальные эффекты, позволяющие управлять контентом и предлагать его зрителю в игровом варианте, выражающем максимум эмоций. Архитектура здания позволяет сделать купол и точку под ним центром внутренней композиции, сосредоточением внимания, а ниши разбить по тематике и в каждой из них расположить индивидуальную информационную программу. При этом ниши будут объединены общей световой направляющей по полу и стенам. К предлагаемым специальным эффектам относятся интерактивная книга, оцифрованные старинные издания, эффект перелистывания страниц, дополнительная анимация. Интерактивный 3D-стенд. Демонстрация утерянных или разрушенных экспонатов. Возможность увидеть в действии костюмы, орудия труда. Голографические и интерактивные стенды и выдвижные элементы для создания голограмм на витринах. Голографические персонажи и картины, рассказывающие историю эпохи. Интерактивные стены. Гибкие информационные полотна, покрывающие стены лепестков на уровне глаз. На панно, так же как на полу, размещается информационная часть, иллюстрирующая тематику зоны, текстовая, видео и другая информация в поддержку рассказа экскурсовода и как самостоятельный экспозиционный элемент. Интерактивный пол. От центра постамента расходятся лучи, ведущие к нишам. Каждый луч представляет собой информационное полотно с возможностью размещать на нем контент. От простых эффектов в виде морской глади или звездного неба до сложных изображений, текстов и любой другой информации в поддержку рассказа экскурсовода. Интерактивный купол. В зависимости от времени суток или сценарного плана на куполе появляются различные эффекты. Дневное, вечернее или ночное небо с бегущими облаками, заходящим солнцем или мерцающими звездами. А также текстовая информация, сопровождающая рассказ экскурсовода. Выдвигающийся из полумрака постамент в центре зала, на котором находится Коран. Из постамента и на него из центра купола бьют лучи света, как символ важности и чистоты главной книги. Благодарим за внимание!